То, что приобретает каждый, занимающийся методом Сильва, не обязательно инструктор. Если вы все время медитируете, я просто чувствую, что... Вы знаете, какая замечательная вещь, когда человек знает, что он не один в этом мире. И не в том плане, что у него жена, дети там, близкие и так далее, а просто его сопровождают, его ведут. Я, кстати, это понял еще до того, как Сильвой начал заниматься. Я вдруг ощутил, что меня не пустили туда, куда я хотел со своей профессией, да, другой профессией хотел заниматься. А потом я понял, что меня спасли просто. Представляете, да? Понял лет через 10. И для меня это было такое озарение, что меня ведут, меня просто вот как толкают в другое место, не дают заниматься тем, что мне казалось хорошим. Понимаете? Вот удивительная вещь. Поэтому мы не одни, однозначно. Я в это абсолютно верю, поэтому просите и воздастся. Знаете, просящему открывают, стучащему, то есть просящему дают, а стучащему открывают.